Уладальница трех олимпийских медалей по плаванию Александра Герасименя провела в Гомельской области серию майстер-классов для юных спортсменов. Один из них отбылся сегодня в Гомельском палаце водных видов спорта. Одна из мет таких встреч – мотивация юных спортсменов до занятков плаванием. Уладальница двух сребранных медалей Лондона и бронзы Рио-де-Жанейро Александра Герасименя – яскравый приклад поспеху. И она не только символ сучасного белорусского плавания, а и лепшая реклама этому виду спорта. Перед тем, как приступить до занятков, знакомство. Дети литерально засыпали Александру питаннями. Любимая страва, стиль плавания и так далее. Поделилась спортсменка и секретом своих поспехов. Этого секрета нет на самом деле. То есть основное то, что нужно, это первое, конечно же, верить в себя, верить в свой успех, свою победу. Второе, это работать по полной на 100%, иногда и на 200%. Но опять-таки уметь понять и чувствовать свой организм. Ну и третье, это, конечно же, квалифицированный тренер, который тебе поможет, подскажет и найдет с вами общий язык. Плыв циру пливо працавали под кіраўніцтвам славутой спортсменки и уважливо прислуховывались до яе парад. Допомагал Александре гомельский спортсмен Евген Цуркин. Призерку олимпийских гульняв и чемпиона Европы связывают романтичные отношения. Завершилась встреча автограф-сессией. Сегодня Александра Герасименя так само проведет майстер-класс у Светлогорску. Завтра яе чекают у Гродзенской области.